Я тут малюсенький крюк по лесу организовал. Просто из любопытства. Вот. Отходим. А вот это. Домик в Нанково. Вот он. Окошко, комнатка и печка. Сейчас посмотрю, что это такое. Местные жители грибы выламывают. Оп, так куда ж ты покатился? Ну, я не знаю, под осиновик, под березовик. Это не белый, конечно. Под осиновик. Под осиновик или под березовик. Урожай. Ну, вот это уже в самом, что ни на есть, прямом смысле, грибы в огороде. Если даже не обращать внимания на яблоки, то как не обратить внимание на вот такую красоту? Ладно, он вырос один. Но здесь же просто выставка из них. 1,5 килограмма шампиньонов. И зонтики. Ну, в зонтиках ножки жесткие. А шляпки ничего. Соответственно, можно реально собирать грибы в огороде. Я думал, это шутка. Здесь это не шутка.